Ну, вообще, я вологжанин по рождению, поэтому развитие родного города мне всегда интересно. Мне вообще нравится вектор развития вологодский, и Рязани, надо сказать, есть чему поучиться. В плане завиральных идей очень много, а вот в плане их реализации, я думаю, что Вологда даст парочку. Мне кажется, что надо собираться не часто, но собираться с целью и реализовывать ее, и отслеживать реализацию этой цели. Вот тогда все будет правильно. Я думаю, что Вологда на верном пути.